Всем привет, снова я. На этот раз вы можете меня видеть уже в полный рост, да, почти в полный рост. Сегодня у меня было такое чувство, что я не хочу сидеть дома, сегодня выходной, суббота у нас. У меня такое чувство было с утра, что не хочу сидеть дома, хочу просто выйти на природу, посмотреть, как осенью выглядит лес, посмотреть, может быть, где-нибудь найду пару грибочков. А так вообще нет никакой цели какого-то там выживания или пытаться что-то там показать вам из того, что я уже знаю, или из того, что или в чем я уверен, что может вам помочь в экстремальных ситуациях. Сейчас просто раус, просто, извините, у меня постоянно вставляются немецкие слова. Просто выйти на природу, просто отдохнуть. Будьте со мной, посмотрим, что сегодняшнее, что из этого всего получится. Я уже примерно минут 45, может быть, даже час брожу по лесу. Так и не ушел от шума дороги, которая тут недалеко проходит. У меня такое чувство, что меня это будет долго сопровождать. Попробую найти местечко, где можно будет сделать небольшую паузу. Грибов я тоже еще не видел, по крайней мере съедобных. Ну, я уже спрашивал знакомых, которые грибники, говорят, что в этом году не особо-то они и есть. Что погода была сухо-сухо, а потом сразу холода начались. Ладно. Посмотрим, что я найду. Ну вот, по-моему, я и нашел. Смотрите, что я нашел. Я здесь ничего не делал, все так, как оно есть, так оно и было. Вот такие места очень хороши для того, чтобы спрятать свой рюкзачок. Я думаю, тут ни одно животное ночевало ни один раз. Немножко припорошить еще. Я сделаю, наверное, еще фотографию с координатами GPS. И, возможно, в будущем покажу вам, или в ближайшем будущем покажу вам, что можно из такого сделать.
Что еще надо, чтобы расслабиться? Это здорово. Вот что делает чистый воздух с людьми. Я отрубился. Я не знаю, сколько я спал. Часа 3,5-4 точно. Уже заметно холодать стало. Я из дома ушел, еще не было 10. Я думаю, с дорогой. Сейчас, наверное, часа 3-4 вечера. Хочется пить, хочется кушать. Я думаю, я это еще сделаю. Да, поем еще сейчас, еще здесь, в лесу. До того, как я домой соберусь. Или соберусь идти в сторону дома. Окей, надо вставать. Лежать хорошо. Ну, так вам будет неинтересно.